В отделении микрохирургии глаза Мариупольской горбольницы номер 1 установлено ультрасовременное оборудование – фагоэмульсионная машина «Стилярис» американского производства. По словам медиков, ее применение позволяет существенно ускорить время проведения операций по удалению катаракты, довольно распространенного в Украине глазного заболевания, связанного с помутнением хрусталика. О новом приобретении в первой горбольнице расскажет Александр Бузулук. Сегодня операция по удалению катаракты занимает около 3 минут. За 3 часа хирург успевает прооперировать 9 пациентов. Новое хирургическое оборудование ультразвуком всего за 26 секунд делает микронадрез длиной в 1,8 мм. Как говорят медики, это на целых 4 мм меньше, чем раньше. И для офтальмологии огромное расстояние. Отсюда быстрое заживление тканей и восстановление зрительных функций буквально за сутки. Еще аппарат уникален тем, что оборудован единственным в Украине перистальтическим насосом, который, по словам хирурга, позволяет более плавно оперировать и щадит ткани глаза. Первые операции, которые производились, я просто не верил, что так можно оперировать, и аппарат такой славный, скажем так. Если хирург говорит, что это славный аппарат, то действительно это большой помощник для хирурга. Аппарат «Стилярис» для экстракции катаракты стоит более 60 тысяч долларов. Такой суммы у медучреждения нет, поэтому приобрести его помогли и спонсоры. За месяц работы на новом оборудовании хирурги прооперировали более 50 пациентов. На предыдущем аппарате, который был у нас, было значительно сложнее оперировать. Почему? Потому что этот аппарат, первого поколения, а это уже аппарат у нас идет уже 5-го поколения. То есть это очень современная технология? Это очень современная технология, которая пользуется сейчас во всем мире. Мариупольские медики отмечают, что теперь с новым аппаратом они смогут более успешно бороться с самым распространенным глазным заболеванием. Александр Бузулук, Николай Рябченко, программа «События дня».